Каким образом будет функционировать небиржевая OTC-торговля в будущем, обсуждалось на биткоин-митапе в Китае. Согласно порталу newsbitcoin.com, встреча стала результатом того, что китайские онлайн-биржи возобновили снятие биткоина. В то же время китайские трейдеры и бизнесмены хотят, чтобы внебиржевые торги продолжали действовать. И это стало одним из важных аспектов собрания. Встреча была организована компанией Bitcoin, чтобы позволить биткоин-инвесторам и внебиржевым профессионалам найти общие точки соприкосновения и выработать обоюдное доверие.